Тоді давайте будемо рухатися далі і подивимося у місті Павлоград. Ревізор знайшов ще кафетерій «Фестиваль суші». Увага на екран! Это фестиваль суши. Пойдемте. Здрасте. Девочки, не прячьтесь, не прячьтесь. А вы кто? Я администратор кассир. Скажите, пожалуйста, это что за помещение? Это подсобка. Что получается, заготовки делают. Вот что это сейчас? Это только что скинули рис. Вы правы абсолютно, его реально скинули на подлогу. Да. Это все к поварам. Вот лосось. Это какие-то обрезки животиков. Фу, у него ужасные, вонючие. Ну, понюхайте сами. Я знаю. Вы знаете, да? Вы это продаете людям, да, спокойно? Да. А чему? Ну, то, что приходит. Да помои. Эти помои нужно давным-давно утилизировать. Навіщо гостей закладу годують зіпсованими продуктами? Розкаже власник мережі «Фестиваль суші» вже за мить. Здесь у вас куча специй. Барвники. Барвник для пасхальних яєць. А для чого ви используєте? Для красителя. Ікра. Ви красите ікру? Так. Да. І кунжут. Ви красите ікру і кунжут з помощью красителей для яйца? Да. Ноу-хау. Ноу-хау. Ти розумієш, що відбувається? Яйця, коли фарбують, людина не їсть цю шкірку. Да, це вибрасується. Получается, икру летучей рыбы красят тут с помощью канцерогена. Я не знаю, почему был сбой поставки, но в любом случае, на данный даже момент мы это полностью исправили. Это не икра летучей рыбы, это якась інакша икра. Нет, летучая рыба. Принесите, мы посмотрим на нее. Нет, икра целается. А вот икра целается. Старику она синего химического цвета. Покрашена з повністю барвників. У вас тільки ікра оселеться. Тільки ця ікра. Тобто ви не берете справжню ікру летючої риби, а замінюєте її ікрою оселеться? Это обман. Это нужно вообще выбросить в мусорное ведро. Вот там этому место. Мне даже не хочется держать это в руках. А мы можем отодвинуть? Можете нам помочь? Смотрите, сколько мусора. Ужас. Ужас. А когда вы последний раз делали генеральную уборку? Честно не скажу. Месяц? Два? Нет, месяц. Дальше. Неделю, может, назад. Ну, охладите, это обещаю. Где хранится замороженные куски животиков, из которых потом готовятся суши? А ты видишь, из чего они делают суши? Никакой маркировки, никаких сроков годности нет. Обратите внимание на саму морозильную камеру. Фу, какая мерзость. Просто противно здесь находиться. Идемте поговорим с поварами. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Павел. Павел, очень приятно. Вы можете продолжать работать, я не хочу, чтобы вы отрывались. Это, подождите, это сейчас вы в мусорнике сгребаете остатки? Это, да, а потом салфеткой вытираю нож. Вы занесли его на суши, вас Микола схопив за руку. Вы не собирались его вытирать. Внизу в гигиеническом пакете находятся остатки пищи. И Саша вот так вот снял остатки сыра Филадельфия. И так просто нельзя. Цены выведены на цветное табло. Черный дракон 5,99. Это за ролл цена, или за шмак? За шмак. Кусочек. То есть ролл из 8. Из 10 кусочков. Стоит 60 гривен. За вот эти помои? Что означает «успей купить»?
Поки що. Поки не втруєшся і не здохнеш. Ніхто не отруївся. То ви, може, ви можете про це не знати. Ну, к нам люди приходять і говорять, у вас самые вкусные роли. Эти, образно говоря, стажеры – это наш стыд и позор. Я попробую вас что-нибудь. Давайте ролл «Черный дракон» с огурцом. Угорь свалился, он хочет куда-то убежать. Это невкусно. Давай лишим гроші і йдемо звідси. Ребята, ты все хотите платить? Да, да, мы за это заплатим. Эти роллы есть нельзя. Мусорные. Мы проверили фестиваль суши в Павлограде. И сейчас я хочу... Тогда я скажу свою экспертную оценку павлоградцам. Итак, цены по отношению к качеству ужасные. Обслуживание безобразное. Кухня просто пекло. Посмотрите на мои руки. На моих руках остатки канцерогенного красителя, с помощью которого они красят ингредиенты. Здесь нет никаких достижений. Здесь только грубые ошибки. Ревизор категорически не рекомендует фестиваль суши в городе Павлоград. Ни один человек не отравился, все довольны, все говорят, что у нас вкусные суши, но он бегает, преувеличивает и все. Мы ж не отвечаем за качество продукта, ну это не наше, да согласитесь. Я стою просто тупо 13 часов и кручу, все, от меня только это зависит. Чесно кажучи, після подібних сюжетів лячно замовляти суші в якомусь ресторані, і в якому ти перший раз приходиш і не знаєш, що там робиться. Давайте ми запитаємо, а як же ж можна так запустити свій заклад, і що тепер з ним робити у співвласника мережі кафетерії «Фестиваль суші» Писаревського Мирослава Павловича. Просимо до студії. Не побоявся, приїхав. Да. Сміливий. Вітаю, пане Мирослав. Давайте одразу до справи. Добрий вечір, дорога студія. Добрий вечір, Сергій. Добрий вечір, уважаємо експерти. Що хотілося б одразу сказати? Я хочу попросити прощення, в першу чергу, у клієнтів фестиваль суші за те, що ми побачили. Поверьте, для учредителей было полушоком увидено. Фестиваль суши является большой сетью. Мы работаем в 6 областях. Благодаря вашей проверке мы пересмотрели руководство удаленными точками, как, например, этот же Павлоград. Персонал был частично уволен, ну, практически вся смена была уволена или отстранена от работы. А за что? А за что? А за что за вы? То, что точка была доведена до вот такого маразма, который там был. А повара в этом виноваты? Конечно. Скажіть, будь ласка, я так зрозумів, що поки не заявився ревізор, у вас не було якогось інтерактиву з вашими підлеглими. Ви вислуховуєте ініціативи, які йдуть знизу? Якщо б вони йшли, я би вислуховував. Можна, будь ласка, ми щойно да. З Павлограду, добре? Ви кажете, да. Що ви там давно не були, ви далеко від точки, яка да. Працює і абсолютно харчує вірно. Доволі велике місто. Абсолютно а ми вірно. Щойно звідти, і нам малі ваші кухарі, яких ви найняли, казали, що вони неодноразово просили про нове обладнання, про нові холодильники, про підвищення зарплат, про давайте, нові а давайте, щоб давайте, Аня не була голослівна, да. Давайте ми ваших, я так розумію, вже екс-працівників да. І послухаємо. Увага на екран. Как вы относитесь к тому, что в подсобке на полу стоит рис, которым вы сейчас вот работаете, и добавляете его в роллы? И объясните, как может в одном и том же помещении находиться туалет?
Это нормально? Это планировка здания такая. Ну, вы считаете, это нормально? Нет, нет, нет. Вы говорили уже об этом руководству? Конечно, условия категорически вообще нерабочие. Нерабочие? Нет. Вытяжки у нас нету. Вытяжки. Нас не слышит наш начальник. А вы кому? И что казали? Сергей можно Николаевич, это наш главный. Мы ему говорили, что вообще условия просто кошмарные. Вытяжка надо, ну, без разницы. Давно казали? Очень часто говорили, но он не слышит нас. А чому ви продовжуєте тут працювати? Вам теж без різниці. Вам теж по барабану. Ти розумієш, що ти там працюєш, да? Ну що, це, ну, виходу немає, зато мені платять гроші. Я можу сам забезпечувати себе. Девушку, ну то есть все нормально, ну что мне, ну а что мне делать? Или мне на шахту идти, чтобы меня привалило, как мой папа лазит за 10 тысяч гривен, ну как бы, я не вижу смысла. Наша начальница, мы ей позвонили, у нее обед был, мы ей сказали, ну приезжай, к нам приехал ревизор, в смысле, давай вместе отдуваться, мы команда. Она приехала, вот тут так стояло такси, она вышла, зашла, короче, ну и потом обратно зашла, села в такси, наклонила, чтобы мы ее не видели и уехала. Начальница наша. Зараз я хочу вислухати управлінця мережі, тому що там хлопці сказали, блін, та ми команда чи ми не команда? Начальниця, приїжджає, у нас ревізія. Начальниця не приїхала, ще там хтось, до кого вони зверталися про витяжки далі, не приїхав. Тобто пацанів ви звільнили, а начальниця? Вона лишена всього була, то есть... А всего лишена чего? Старшинства, категории и многого-многого-многого. А какой категории? Как какой? Старшего повара. То есть вы ее оставили работать? Временно, тогда да. А где? На той самой точке? Нет, конечно. Перевели в другой город. В инший фестиваль суши? Перевели в другой город. Вы на жаркую? Это кошмар какой-то. А зачем ее вообще держать? Хороший вопрос. Над ним как раз работаем. То есть классных пацанов, подожди, классных пацанов, переживающих за свое дело, вы уволили. А та, которая разрушила ваш бизнес, вы ее воспитываете. Мы на иншу точку перевели, может, та точка надто успішна. Я перепрошую, кто зараз управляет точкой в Павлограде? Сын второго совладельца всей сети. То есть мы поставили настолько серьезно исправить все ошибки, которые были в Павлограде, что отправили туда непосредственно сына князя. Сына, ну не князя, сына семьи. Я зараз образно. Компаньон. Давайте подивимося, наскільки він справився із поставленою задачею. Наші журналісти приїхали зробити повторну перевірку. Увага на екран. Я не видел, что там проверяли, но знаем, да, что здесь было все очень плохо, поэтому, да, и был сюда направлен для контроля качества и всех этих вещей. А так вот это оптимизатор бизнеса, да? Да, да. А сколько лет? Мне 19. Как вы контролируете порядок? Как контролируем? Слежу за тем, чтобы работники все за собой убирали, за пластификацией продуктов, чтобы все продукты были свежие, все то, что мы продаем людям, все я пробую. Сверху, которая ложится. И та внутрь роллов ложится, нарезанная на полосочки и ложится это внутрь. Это тоже окунь? Да, тоже окунь. А сколько хранится? Хранится с... Сегодня у нас четверг. Получается, приехало оно нам во вторник. Понедельник-вторник, да. А сколько вот можно? Не знаю, оно у нас отработается, нам завтра привезут новую. Нет ламинария. Это запластикованное. Угу. Вчера купленная. А стикеры клеите? Стикеры еще не клеим. Начинали, пару раз поклеили. И вот так вот по чуть-чуть спланируем, да, вывести на новый уровень. Просто мы здесь еще недолго, еще не успели полностью вести это здесь на постоянное. А вы следите за товарным соседством?
мы насколько можем, настолько и следим. Типа, у нас просто, если даже поставить несколько холодильников, нам их, у нас места нет, да, и такое вот. Ну, то есть, по возможности, при развитии, да, будем стараться ставить как можно больше холодильников. Будем... Там не убираются. Мы еще не успели, мы тут всего неделю. Мы убираемся как можем. Ну, вы контролируете. Да, да, да. Так, и давайте еще покажем температуру холодильника. Сейчас дверку закроем, и она опустится до 1 градуса, по-моему. Какая должна быть? Я не знаю. Что это за помещение? Это подсобка. Хранятся продукты, которые мне нужно быть в холодильнике, там васаби, нори, кунжут, все такое. Планируете вот поубирать? Да, планируем. Это все как раз сегодня вечером собирались. Уборка генеральная, да? Претензия была у ревизора по поводу искусственных красителей. Барвник для пасхальных яиц. А для чего вы используете красители? Вы красите икру? Да. Вы красите икру и кунжут с помощью красителей для яйца? Да. Тарикована синего химического цвета. Это нужно вообще выбросить в мусорное ведро. Красим, да. Что это за красители? Пищевые красители. А из чего? Можно глянуть. Обычные пищевые красители. Сахар. Красители пищевые синтетические. Индиго кармин. Это безопасно для Абсолютно людей? Безопасно. Угу. Здесь мы готовим, то есть у нас открытая кухня. Люди приходят, заказывают, я при них готовлю. То есть ингредиенты все в холодильнике, по мере того, что нужно, все достается. Люди уходят, соответственно, это все убирается. Покажу вам свою витрину. Витрина, в которой хранятся готовые роллы. Хранятся они не более 2 часов. Есть какой-то стикер, чтобы было понятно, что вот 2 часа прошло? Есть я. Через 2 часа я их просто уберу и все. Вы запоминаете? Ну, конечно. Мне же за это деньги платят. Какая температура в холодильнике? Прохладненькая. Часто ходите? Да, конечно. Каждый день там бываем, на самом деле. Никогда не надоедают, вообще. Вкусно готовят? Очень. Лучше заведения в этом городе нет, мне кажется. По крайней мере, по суше. Я рекомендовал бы фестиваль суши в Павлограде. У нас действительно очень много постоянных клиентов, типа, и мы с каждым днем стараемся быть все лучше и лучше. Мы молодцы, у нас очень вкусно. Приходите, накормим всех. Мы хотим табличку, и мы ее получим. Давайте ж перепитаємо, на чому ґрунтується такий оптимізм. Новий управляючий фестивалю суші у Павлограді Ваня Мільшин сьогодні в нашій студії. Доброго вечора. Іван, вам 19, так? Так. Чудовий вік для того, щоб... після пар, після інституту, ввечері з друзями, десь в клуб, дівчата, коктейль, романтика, любов. А вас батько в Павлоград. Контролювати, як суші-роли робляться. Що ж то за спартанство таке? Ну, робота. Батько хоче зарплату платить? Так. Да. Конечно. Як вам здається, після того, як ви прийшли до влади, в закладі все змінилось на краще? Да, наскільки ми змогли, наскільки успіли, ну, нам не сообщили, коли приїдуть, тому ви приїхали чітко, абсолютно неожиданно. Не буває такого, ми завжди попереджаємо, коли приїжджаємо. Ми не ревізор. Я хочу запитатися, хтось помітив очевидні зміни у закладі? Я помітила. Що? Там змінився персонал. О, і хлопці, так, які просили про зміни, тепер там не працюють. Але коли ми зайшли на бекстейдж, як це в нас називається, та, залаштунки оцієї центральної вітрини, яку гарно поприбирали. І ми бачили, я перепрошую, Іван, ви молодий чоловік, толковий, ви хороший, ви добрий, я ж бачу, ви переживаєте. Але у вас там сіль, йолка, що там, все на купу.
Надо учиться молодому человеку. Так и вчиться. Зато он начальник большой. В якому ви вузі вчитесь? В техническом. Технічному? Да. Тобто ви айтішник? Да. Тобто вас, айтішника, поставили контролювати процес виробництва їжі? Ну, это не совсем... Господи. Так, просто смотрите, вот Іван хоче сказати одно. Та ми розуміємо, пане Івана. Чекайте, пан Іван, він вже керуючий фестивалом суші. Ні. Може, він сам чекайте. За себе буде відповідати? Я Мирослав, вас не перебивав. Таке формулювання? Так, Ань, будь ласка, дай ми послухаємо пана Мирослава, який хоче пояснити, наїхав? Що хотів сказати на Іван. Нашу Аню. Так. Що зроблено було? Ми тепер розділюємо рибу централізовано, маринуємо її централізовано. А зачем для суші мариновати рибу? Ви що? Понимаете абсурдность сказанного? Маринуем рыбу для суши. Да, мы маринуем. Так она должна быть свежая. А свежей рыбой мы, к сожалению, не на берегу океана. Так, да при чем здесь берег океана? Тебе не треба робити суші, не треба їх робити. В своих ресторанах давайте свежую. Мы а подаем... в нас люди в свои мережи дают маринованную. Да, и мы честно говорим своим клиентам. Честно, мы работаем маринованной рыбой. Честно говоря, до этого я к своему, не знаю, счастью или стыду не знал, что существует такое понятие, как рыбный гуляш для суши. Обрез. Рыбный гуляш, то есть обрезки. Для суши? Ты нет, для суши. Суши из такого не делается. Так суши в Японии, это то есть экстра говорю, рыба. Откуда? Это говорит, рыбный гуляш. Я говорю, просто усмелюсь нагадать, что от Японии до Павлограда трохи часа-то есть, знаете. Ребята, вы закончите тюрьмой. Во-первых, тюрьмой, сырая рыба в суши по закону должна замораживаться. Для да. этого есть шокеры. Минус 20. Да, минус 40, а внутри минус 20. Вы купите оборудование, вы покупаете рыбу в цехах, которые вы разделываете. Вы должны не надо мариновать. Прежде всего ее так заморозить. Знаю, и должна она быть замороженной внутри температуры минус 20, минимум 48 часов. Минимум. Да, чтобы все личинки, да, все болезни умерли. И еще указать о том, что она заморожена. И гордиться этим. В меню. И гордиться этим. Почему? Указать. Да. А чому, перепрошую, мовчить Михаил Плотников? Он в шоке. Примруживши очі і гризучи дужку окулярів. Конечно, конечно. Що, Міша, хочеться, може, яскраво-синьої ікри? Я родился и вырос в рыбном краю, и для меня рыба – это такая ветка религии. Я просто к рыбе очень уважительно отношусь. Я несколько удивляюсь на всех моих коллег и друзей. Говорить-то не о чем. То есть люди, которые плохо понимают то, чем они занимаются. У меня здесь нет предмета разговора. Все не просто плохо. Вот все вызывает рвотный рефлекс. Как Коля сказал, я не хочу в этом всем участвовать. Я не хочу марать вот в этом, во всем свои руки. Я не хочу утруждать свое сознание разборкой этого говна. В момент повторной проверки было же сырье говно? Я сказал, что сырье говно. Не, вы не, как, не, хотите конкретно... меня ограничить? Подождите, не, вы морозите. Ты именно сказал, что сырье говно. Да. И сырье таки говно. Михаил сказал, я перепрошую, я не разбираюсь абсолютно... в сортах лайна. И я хочу припинити кидание лайна на вентилятор. Я хочу поговорить про гребану икру. В конце концов. Давайте еще раз нагадаем, если кто забыл этот яскравый момент. А вот икра целается, тарикована синего химического цвета, покрашена с помощью барвников. Это нужно вообще выбросить в мусорное ведро, вот там этому место. Мне даже не хочется держать это в руках. Дайте мне икру в студию! Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми взяли ікру, то ікра з тої сільотки, так? Взяли ікру сільотки, залили розчином того фарбника, який ми ще не розвели у воді, і не пройшло і 5 секунд, як та ікра зафарбувалася в яскравій сільотці. Все быстро. А покажіть, будь ласка, руки. Смотрите, що произошло. Да, а теперь вы на суши положите там это украшение, которое там они, допустим, будут украшать. Покрасите рис, попадет на зубы, покрасите
или натуральные зубы, если вставные, еще больше покрасите. Покрасится у вас все внутри. И что? И получается отравление. Три дня. Потом у вас будет синее. Правильно. Да что в нас было? А потом зеленые глаза. Сначала синие, потом зеленые глаза от отравления пищевого. Вот и все. А я хочу до вас звернутися як до управлінця мережі і до вас як керуючого. Ми просто побачили, що у вас далі залишаються ненатуральні барвники, а якими зафарбовуєте. Не хочете скуштувати те, чим ви годували людей? Ну, давайте почнемо по порядку. Во-первых, сейчас я сьогодні предоставил кадры с нових точек, с цеха. Господи. Подождите, не надо вздыхать. Я исправляю ошибки, которые были. Используются только другие теперь. На все есть сертификаты. Вопрос, если это сертифицируется в Украине, то почему тогда это допускают контролирующие органы? Там написано, что для яиц. Я, во-первых, даже не могу представить, что точка могла делать. Красители для икры выпускает только Япония. Посмотрите упаковку окрашенной тобики, которая приезжает из Азии. Используются такие же пищевые синтетические красители, потому что если покрашено натуральным красителем, то эта продукция будет стоить 3-4 раза дороже, а вы покупаете эту продукцию, да. Вы покупаете плохого производства. Начнем с того. И я сомневаюсь, что у нее есть сертификат качества. Это бесполезно, слушай, давайте не тратить время. Я хотел Филонову запитати, ты была в Павлограде? Конечно. Ты заходила в фестиваль суши? Я лично нет, но мой редактор решилась на такой отчаянный шаг и купила там суши. И ты их захомячила? Я нет, но я вместе с этими сушами отправилась, догадайтесь, кому? К мэру. К мэру. И, честно говоря, когда я пришла к мэру, хотя что я буду рассказывать, давайте посмотрим. Давайте подивимося. Увага на экран. Конечно, скромненькая, но это ничего. Я слышала, что мэр красавец с голубыми глазами, блондин. Ой, все, бегу. Ждите меня. Здравствуйте. Захожу, а меня никто не встречает. Непорядок. Такая дверь, боже мой, неужели он в сейфе живет? Видимо, под хорошим кодовым замком стоит. Так, а где же секретарь? То есть, получается, приходишь и делай, что хочешь. А может, я пока поработаю вместо секретаря и заодно, может, телефончик найду мэра? Вот тут у нас. Кто-то идет. Здравствуйте. Здравствуйте. А я решила немножко заменить вдруг звонок. Не надо, решили. Меня Лена зовут. Уйдите, пожалуйста, с моего рабочего места. А это ваша? Конечно. А я как раз, видите, искала конечно. Вас. Меня это, Лена зовут, это а вообще, вас. Это вообще не совсем тактично. Да, когда меня нет. Да? Меня зовут Галина Леонидовна. Боже, Галина Леонидовна, я просто, понимаете, испугалась, что если вдруг мэр зайдет, вас нет, а тут я типа все на месте, все работают. А, да? Да. Ой, вы прям ранняя пташка. А где Анатолий Алексеевич? Он сейчас на выездном совещании. Так. По строительству скейтленд-парка у нас в Павлограде. Так. Будьте любезны, это у нас здесь проехать буквально минут 15. Я готова. Да, да, сейчас Николай Васильевич вас любезно припроводит. И... Здорово, все, пожалуйста, спасибо большое. Очень было приятно с вами пообщаться. Мне тоже очень приятно. Все, я помчалась, потому что могу не успеть. Всего хорошего. До свидания. Анатолий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я Лена Филонова, журналист программы «Страсти по ревизору» на новом канале. А я Анатолий Вершина, городской голова места Павлограда. Вы же так приятно! А что это у вас тут за собрание? Разговариваем.
Да? Так просто или по делу? Нет, просто у нас времени просто чуть позже, туда ближе к вечеру. Ну я вижу, у вас так много людей, много работы, вы устали. Не, завтрак не устал. Уже давным-давно убежал куда-то далеко. Вы, наверное, проголодались. Нет, завтрак съешь сам, обедом поделись с врагом, а ужин отдай... Наоборот, да, все. Вот, чтобы вы так не путались, я вам привезла вкусный обед. Это термопакет специальный. А тут мина не заложена? Нет, я же с вами рядом стою. Вы как к японской кухне относитесь? Положительно. Да? Серьезно? Да, положительно. Я привезла суши. Смотрите, как смотрите, много все, и все на разные. На всех, по-моему, хватит как раз. Да. Перед тем, как подержите, их съесть, пожалуйста. Да, только не скушайте раньше времени. А то без меня съедят. Да, еще. Перед тем, как их скушать, я вам покажу, откуда эти суши. А суши эти мой редактор купила в кафе «Фестиваль суши» прямо перед нашей встречей с мэром. Давайте Филадельфию, тунец и вот эти с лососем, все докладываете вот эти. Вы вообще слышали о таком фестиваль суши? Нет? Ну вот я вам показываю. Только внимательно смотрите. Тишина в студии. Мэр смотрит кино. Мультфильмы для взрослых. Это фестиваль суши. Пойдемте. А вы кто? Да, вы, я несу кассир. Скажите, пожалуйста, это что за помещение? Это подсобка. Тут, получается, заготовки делают. Вот что это сейчас передо мной? Это скинули рис. Это в Киеве такое? Нет, это у вас в Павлограде. Да. Вот лосось. Это какие-то обрезки животиков. Фу, у него ужасные, вонючие. Понюхайте сами. Я знаю. Вы знаете, да? Да. Продают людям, да, спокойно? Да. Это помои. Эти помои нужно давным-давно утилизировать. Я сейчас заплачу. Вы как, держитесь? Нормально. Да. Вы используете красители? Да. Вы красите икру? Да. И кунжут. Вы красите икру и кунжут с помощью красителей для яйца? Да. Ты розумієш, що відбувається? Яйця, коли фарбують, людина не їсть цю шкірку. Да, це вибрасується. Старіку вона синього хімічного цвіту, покрашена з помощью барвників. У вас тільки ікра усилиться? Тільки ця ікра. Тобто ви не берете справжню ікру летючої риби, а замінюєте її ікрою оселедця? Как вы поняли, в вашем городе был ведущий программы «Ревизор». Проверял заведение «Фестиваль суши». Вы видели, в каком состоянии находятся кухня и продукты. Что скажете? Безобразие. Вы бы смогли в таком заведении кушать, заказывать суши? Не смог. Как вы думаете, есть ли совесть у тех людей, кто продает людям такие продукты? Нет. Что будем делать? Ну, я думаю, наверное, прежде всего обратиться к кабинету министров для того, чтобы скасовали запрет на проведение проверок. Для этого существуют организации, которым в какой-то степени на сегодняшний день перекрыли возможность выполнять свои полномочия. Если даже эта санстанция, которая непонятно, закончила она свою революцию внутреннюю, там их меняют, переменяют, переназывают, какая-то реконструкция идет, ну, они городу не подчиняются. Вот в данном случае, кто должен прийти туда и проконтролировать? Пока только ревизор. Ну, смотрите, пока этот процесс, он будет длиться какое-то время, но на данный момент это заведение кормит людей. Люди могут элементарно отравиться. Ну, пока как... у меня прав нету, чтобы запретить работу этого заведения. То есть даже мэр не может повлиять, да, на это? Может, может новую на время закрыть, державу. Пока они хотя бы закрыть не приберутся. Закрыть кто закроет? Ну, вы придете, закроете на ключик. Хорошо, я вечером заеду, закрою. Ну, вы готовы сейчас попробовать эти суши? Ну, наверное, нет. Если то, что вы согласны этого видео, да. Которое... Нет, я не хочу. Ну, вас это как просто простого человека возмутило? Да. Да? Да.
Вы бы подняли такой вопрос? Вы бы сказали на всю страну? Ну, мы обязательно поднимем этот вопрос, посмотрим, как называется это заведение. А фестиваль суши. Это были плохие новости. Сейчас будут хорошие новости. Поскольку вы неравнодушный человек, пообщавшись к чему с вами, или к кому? Вообще, к вашему городу, к людям. Я вижу у вас доброе сердце. Я вас приглашаю. Вижу или чувствую? И чувствую и тоже. Чувствую так тоже. Стучите. Чувствуете? Стучи. Ну, точнее, я чувствую. Ой, прям часто начала стучать. Не-не-не. Сильно начала. Ну вот так, тук-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 тук. Это нормальный ритм, я же на работе. Ладно, шутки в сторону. Я приглашаю вас к нам в студию программы «Страсти по ревизору» в Киев. Я вас лично буду сопровождать. Приедете? Я не отрицаю. Не возражаю. Приедете? Возможно. Возможно, если ничего не помешает. Обещаете? Если никуда не заберут меня, помимо ревизора. Обещаете? Каких-то более серьезных ревизоров. Обещаете? Обещаю. Приедете? Да. Обещаете? Обещаю. Честно? Да. Молодец, какой хороший мэр. Лена удовлетворена. Давайте еще традиционно сделаем селфи. Давайте. Всего хорошего. До свидания. Какой мужчина. Придула, не завидуй. І як після такого чоловік має йти і виконувати далі свої обов'язки міського голови? Я б закурив. Серега, після 50 спокійно. Слухай, але, Лен, мені здається, що ти трошечки або налякала міського голову з тими суші, які принесла, і він тепер боїться, що кожного разу, коли він тебе буде бачити, ти його захочеш годувати ними. Або просто не треба було міського голову так от торкатися грудну клітку, тоді, можливо, ми його тут би і побачили сьогодні. Ні, Сереж, ну як ти можеш обо мені таке подумати? Мені здається, він просто елементарно іспугався, увидів то, що відбувалося там, після перевірки ревізора. І, чесно говоря, мабуть, і я бы испугалась, не пришла бы. Но я бы хотела сделать публичное заявление на самом деле. Уважаемый Анатолий Алексеевич, так с женщинами обращаться нельзя, некрасиво, но я вас все равно жду на этом прекрасном розовом диване. Видите, это место для вас. Я також хочу звернутися до Анатолія Олексійовича, попри те, що ви не приїхали у нашу студію, а нам хотілося трошки поговорити про стан справ у вашому місці. Я все одно хочу висловити вам свою повагу, тому що що таке павлоградський патріотизм? Чоловік бачить на екрані срач і каже, це у вас в Києві? То, що це може бути в Павлограді, навіть в голову не вкладається. За що вам низький уклін і подяка? Друзі, на цьому все. Це були «Страсти за ревізором». Мене звати Сергій Притула. До зустрічі на новому каналі. Па-па.